Кто живет по законам другим,
opinion. Mais pas seulement que je m'en sors de ce jeu. Je suis très à son. Спасибо, вы извините, но нам придется немножко корректировать звук, потому что вчера закончилась одна программа, завтра начинается другая, все это смонтировать за одну ночь очень сложно. Поэтому у меня просьба к операторам дать мне больше голоса в мои мониторы. Вот, и мы продолжаем. Потому что у них есть дом, в доме горит свет. Я не знаю точно, кто из нас прав. Меня ждет на улице дождь и ждет дома обед. Тебе найдется место у нас, дождя хватит на всех. Посмотри на часы, посмотри на портрет на стене. Прислушайся к нам за окно, ты услышишь наш смех. Закрой за мной дверь, я ухожу. 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 Пожалуйста, я люблю.
Спасибо. Дорогие друзья, цветы Виктору Цою, я хочу сделать маленькое небольшое объявление. Недавно творческое объединение «Игра» совместно с гильдией актеров советского кино и журналом «Советский экран» провела рейтинг актеров советского кинематографа, и по этому рейтингу Виктор Цой признан одним из самых популярных актеров советского кино. И сегодня представитель этой фирмы «Игра» Людмила Сапко вручает Вите поощрительную премию. Ну а мы продолжаем нашу тусовку! Спасибо. Я вернусь на пороге. Я
Печаль. Печаль.
спасибо. У меня просьба все-таки добавить еще голос в монитор. Спасибо. Поймет того, кто учился в спецшколе. Тот, кто
днем, летом в старых квартирах. В старых квартирах, где есть свет, газ, телефон, горячая вода, радио, точка, пол, паркет, сам узел, раздельный дом, кирпичный, одна семья, две семьи, три семьи, много подсобных помещений, первый последний не предлагает, это без метро, центр. Спасибо. Спасибо. У нас что-то на сцене ужасно фонит. И из мониторов голос опять пропал. Очень трудно петь, потому что ничего не слышно. Не знаю, может быть, операторы не привыкли живьем работать здесь. Сегодняшний день, и билет на самолет серебристый.
Спасибо большое. Спасибо. Ой. Спасибо тебе. Спасибо. Спасибо. Я по-прежнему ничего не слышу.
Раз. Раз, два, три, четыре. Раз. Раз, раз, раз. Раз, 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 два, три, раз, два, три. Раз, гудит. Раз, раз. Раз, два, три, четыре. Раз, гудит. Раз, 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 раз. Сделайте что-нибудь. Мониторы не работают вообще. Вот подойдите сюда, их здесь нет голоса вообще. Я не могу петь слепую. Раз, 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 раз. Вот что-то слабо прорезалось. Подойдите сами и попробуйте. Раз, 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 два, раз, раз. Я
прошу прощения за все это. Thank you.
Спасибо вам за поддержку, но нам действительно очень трудно сейчас. Раз. Ребята, ну нету здесь ничего. Ну не слышно ничего. Требуют наши сердца.
чтобы друг друга понять. Сигареты в руках, чай на столе, так замыкается круг. И вдруг нам становится страшно что-то менять. Перемен требуют наши сердца. Перемен требуют наши глаза. В нашем смехе и в наших слезах и в пульсациях. Остаться в этой траве. Пожалуйста.
Спасибо. На этом мы вынуждены закончить. Спасибо вам большое за поддержку. Извините за все это. До свидания.